Решила вам снять козочек на пастбище. Их зовут всех Катя. А это черныш? Твой любимый, да, наверное? Он черный. А у него рог нет, это девочка, да? Только коз. Штук 80. Он тут будет бодаться, наверное. Не бодается? Никто не, тут нету. Добрые, хорошие. А сколько они дают молока вообще? Не молочная? С 10 литров. Литр? Хватит, а что делать? Много не продашь, да? Ну это дорогой получается не, сыр. Не, ну это для себя. Мы его за, это, молоко замораживаем. 3-4-5 дней, а потом делаем. Она жирная, да? Да, кило 700, кило 600. Такой круг где-то. Понятно. Ой, это что за рыба? Вот мы попали на озеро. К рыбаку как раз. Дом рыбака это. Дом рыбака называется в Адлере. Вот на озерах мы. Посмотрите, какую рыбу он поймал. Да. Как называется? Толстолобик. Толстолобик? Да, так что приезжайте к Михалычу в дом рыбака, будете ловить такую рыбу. И еще больше даже. Есть так, больше? Конечно, вот такие. Видел? Да, обрывало удочки, бегал туда. За этим гонялся, сейчас у одного оторвалось ее. На катамаране плавал, блин, за ним, за поплывком. Вот, поймал, 40 минут гонял его по морю, по этому. Молодец, молодец. Маленький. Ну сколько там, 2 килограмма? Да не кило, полтора. Больше, они тяжелее. Да нет, голова одна. Голова? Ну, должен быть килограмма 3, вот это нормально. Да это такой. Ну есть здоровые тут, да? И есть? И карп, да. Ну вы же давно рыбачите? Да, 5 лет здесь. Карпика покажи. Да здесь 5 лет, а вообще... Да. Как родился, так и рыбалит. Хорошее место, хорошее. Очень хорошее, да. Ну да. Тихо, спокойно. Я помню даже одно время, вся куда-то вода ушла, и прям камни в одну, как будто лужу превратилась. Каждое лето чуть-чуть уходит. Уходит. Зим-то сохнет и начинает помочь. А когда разливать, тут воды было, вот даже по вагончику, вот так закрывало воду было. 14-15 год закрывало воду, вот так даже. Да? Да. Тут же как бы заводь, видите? Заливало, когда часть совхоз залила новый. А, год. Вот это время как раз, да? Вот так залило. Вода понятно. Тут пошла. Очень спокойное и хорошее, очень обустроенное место. Пожалуйста, советую вам всем. Да, очень да, мне нравится. С этой стороны зелень, все в ту сторону есть. Тишина вообще. Друг но друга никто не мешает. Вот да. Мангалы у всех. Все, вагончик, лавочки, все, лови не хочу. Отлично. Сегодня ну, первый да. день. В Троицу получается. 6 числа. Ага, дышит, дышит. Yeah.
на 3 килограмма поймал. Да? Два штуки по 3 килограмма поймал. А-а-а. И вообще, вот он взвесил, 10 килограмм рыбы поймал, вот до обеда он. Именно поймали, когда рыбу, интересно. Да она тут просто сейчас еще нерест, тут это все дела прошло, да? Ага. Вот, и она еще как бы это, и как бы была самоизоляция, не было, они угу. закормили ее, просто кормили. Mm-hmm. Сейчас она показывает, а так бывает, удочку уже бросаешь, устаешь, короче. Вот так только раз. Будем знать. Что... Слышали все? Да. Так что приезжайте. Приезжаем, да, все. Молодцы. Аллер просыпается. А, не, рыба. А, это рыба! Тебе повезло. Серьезно, рыба пошла? Да, да, смотри. Жарить будем. Не, а как ты ее сейчас достал? Ой, пошла куда? Это не твоя, да? Нет, моя. Ага. Далеко делаешь? Да нет, ну как, почти чуть. Сколько же? Если нет, то отойдите, а то меня снимают. Не-не, держитесь. Вот это. Вот так беру, оп, ее. Ой, она большая. Ну, не сильно большая. Да, нормально, но... Ой, классно! Маленькая, а сколько килограмм будет? Да нет, 700. Где-то, да. Да, 700. 700? Карп этот? Карп. Что ты говоришь, это сорок? Подожди, а первый у тебя, который делал, это что? Толстолобик, это толстолобик? Ну, толстолобик это там на один снасть. Молодец, молодец. От него убежал толстолобик, а я поймал. Что-то где нашел, вытащил, да? Ну, да. Слушай, а на что ты его с это ловишь? Кукуруза. Кукуруза? Мы засекали. Понятно. Все на кукурузу. Все на кукурузу? Что-то такой нормальный. В фольге запекем, сидим. Да, да. А где ты будешь запекать? Вот тут вот мангал. Здесь, да? А, вот на мангале. Да. Понятно. Самый такой. Как раз на мое лицо съесть. Отлично. Хочется побольше, конечно. Ну, ну ничего, еще не вечер. Да. Давай, учиться вот придет. Вот Люда. Приморско-Ахтарска, да? Нет, я с Крыма. С Крыма. С Крыма? Да, я родилась в Крыму, у меня все поколение в Крыму. С какого города? Ну, вообще, это, в принципе, с деревни, там, Раздольнинский район. А так... Жила, замуж вышла в город Шаки. У меня там много живет. Да. Ну, а как бы получилось так, что 25 лет прожила на севере. Потом муж умер и приехала в Белгород. Потому что как бы Крым был Украина. Ну, а потом рискнула, сюда приехала на Олимпиаду. Мне очень понравилось. Понравилось? Да, и я как бы продала квартиру в Белгороде и купила здесь. Молодец. Теперь здесь живу и как бы наслаждаюсь. И все подруги мои завидуют, говорят, Люд, ты в раю. Да. Ты в раю, просто вчера снимала, как тихуа цветет это. Уже начала, да? У меня да, еще не цветет очень, дома. Да, очень много ягод. И я говорю подруге, смотри. Она говорит, боже, ты в раю. Тут еще мухмала расцвела, вообще бомба. Да, и мухмала, я вообще такое не знала растение. Желтая, да. Да, это очень фрукт. Вкусный фрукт, очень прекрасный. И ко мне сюда подруги приезжают отдыхать, очень любят. Адлер это бомба. Вот Сочи я не очень люблю, а вот почему-то... Уютный Адлер все-таки, да? Адлер, спокойный городок, вот такой прекрасный. Зеленый город, да. Вот купила квартиру, представляете, приезжайте, покупайте, да. Живите, радуйте жизни. Да, бабла насобирай. Хотите вечное лето, приезжайте в Адлер. Подруга мечтает только здесь, сюда приехать и купить. Ну как бы копит немножко, уже как бы есть 1500 Рыбу можно ловить и на море, да. И в пруду. А, мы с моря кушаем. Если вам жарко, да? Езжайте в Красную Поляну. Да, окунитесь попой в снег. Ну ладно, счастливо вам, до свидания. Отдыхайте. Пока-пока. Пока-пока. Мы приедем к вам в гости. Обязательно.
классно. Ой, наконец-то подобрались мы к реке. Видите, аэропорт. Вон город там. Вот так люди отдыхают сегодня. Очень много людей. Такая бурная река. Чуть-чуть мутная, но ничего. Нормальная. В детстве мы на колесах от КамАЗа катались. Сейчас в жизни не могу сесть на это и плыть по реке. Ну да, чуть может, поменьше была вода. Мы на этой камере спускались сверху по низу. Это все заходит в море. Видите? Ну и самолеты стоят. Деревья. Ира, давай булыжники соберем. Я люблю очень камни собирать красивые. Сейчас надо собрать какую-нибудь. Вот одну-две штуки. Вот такие яркие были. Прожилками какими-нибудь. Полосочку. А, вон рыжий какой-то есть. Ира, вон тот камень красивый очень. Сможем достать? А? Я потащу. Вон тот рыжий красивый, вон тот, да? Вон тут красивый очень. Вот эти красивые. Есть красивые камни, да. Вот пупырышку есть. Ну ладно, сейчас что? В следующий раз. После йоги мне что-то все болит. Не могу ничего делать. Прогулялись сегодня. Посмотрели, как люди отдыхают. Это гребешок. Сейчас едем домой мы. Домой. Повеселились, с людьми поговорили. Какая машина. Чумак. Это звук от нее. Дорого, да, на озера 200 рублей.
поймают рыбки как раз, а люди отдохнут. Такое солнечное, позагорают. Выходные как раз. Или праздники. Каждый свой домик, никто друг другу не мешает. Да, Иван? Да. Мангалы есть. Главное, рыбы много. Красная поляна.